Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это удивительное собрание, и Ты называешь торжественное собрание святых, 21-й псалом. После распятия и Ты сразу же на этом соборе. Благодарим Тебя, Господь, за исповедание Слова Твоего в Духе Святом. Благодарим Тебя, Господь, за эту удивительную, замечательную возможность исполняться Духом Святым, пребывать в Тебе. Слава Тебе! Благослови это Слово. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Оксана снова порадовала нас своими трудами. Это Евангелие от Иоанна. И тут написано «Подарок». Какая красота! Очень хорошо. Большое спасибо. Также еще два подарка вас сегодня ожидает. Это буклеты пастора Матти. И эти буклеты, они раздаются во время евангелизации тем, кто пришел на евангелизацию. Кстати, встаньте, пожалуйста, те, кто приходит сейчас на евангелизацию. Встаньте, пожалуйста. Там еще 5 человек, детская программа. Пожалуйста, позовите 5 человек. Очень хорошо, давайте похлопаем. Мы планируем, что у нас будет поездка, и вполне возможно, это уже скоро будет. Приозерск, а потом и дальше. Кроме того, из однодневной поездки мы планируем уже это делать и небольшой миссией. Так что время приключений благодати, оно становится все ярче и ярче. Это зависит только лишь от вашего отклика. Хорошо, приглашаю вас, присоединяйтесь обязательно. Вы нужны. Каждый из вас является приобретенным Господом драгоценной кровью Его. И мы с вами здесь, в этом мире, с величайшей целью и смыслом. Эта цель и смысл обозначены в Евангелии от Матфея, 28 главе, где Иисус говорит, смотрите, Он говорит там, «Я с вами до скончания века». Давайте похлопаем. А перед этим он говорит, идите и научите все народ, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И после этого он говорит эту фразу, и я с вами до скончания века. Это обозначает, он с нами в это время, когда он не видим, хотя в духе, мы его и видим, и слышим, воспринимаем и радуемся. Но этот век также и проходит, это время проходит и в сложных условиях. Эти условия в времени этого, которое обозначено во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, 4 стихе, там говорится о том, что Бог века этого сатана. Иисус победил его. Победа состоялась на кресте. И всякий раз, когда мы с вами идем через крест, эта победа удивительным образом распространяется на наше время, пока мы там находимся. Пастор Шаллер недавно сказал очень интересную фразу. Мы можем находиться в разном состоянии душевного беспокойства. Это знакомо. Выход. Откройте Библию. Подарите себе всего 5 минут чтения, медленного чтения Писания, и вы уже в другом царстве.
Это, безусловно, работает, и мы имеем достаточно хорошие ответы в Библии, каким образом переходить из того, что привычно и естественно для нас. Насколько это естественное препятствует нам, мы видим во всей Библии. Как только плоды от этого дерева познания добра были съедены, и несмотря на то, что Бог пошел с Адамом и Евой, у них была сложная жизнь. Но как только они слушают Господа, то эта жизнь преображается. Мы видим массу этих примеров. В проповеди у пастора Шалера был такой интересный момент. В конце своего служения Иисус Навин собирает Израиль к себе, представителей этих колен, и он их обучает, и во время обучения он вспоминает такую вещь, как помните во времена Нахора и так далее. И пастор Шалер посчитал, Иисус Навин и времена такого-то, и он сказал, так это вообще другие века. Вы в других веках бываете? В Библии, конечно, мы с вами тысячелетиями оперируем, правда? 5000 лет, да какая разница, 2000 лет. Для нас самая любимая информация, она практически, ее начало было, записанная информация, это 3500-3600 лет. Вот чем мы с вами оперируем. Но люди жили этим, и мы с вами живем. Сегодняшнее слово. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Некоторые участки этого слова по проповеди пастора Лава. Это была дискуссия и очень интересная наблюдения, которые он здесь делает. Итак, Иоанна 6 глава, 1 и далее стихи. После этого пошел Иисус на ту сторону Галилейского моря, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа. Представим множество народа. Потом это множество превращается в цифры. Это 5000 человек. А если посчитать, только мужчины, а если посчитать и детей, и дам, то у кого-то получилась цифра, у некоторых исследователей, вполне возможно, 18000 человек. Это целый стадион идет. Правда? Интересно как. Невероятно, слышите, какое количество людей идут за Иисусом. Много? Невероятно. Невероятно, даже больше. Очень хорошо. Дальше смотрите. И почему они шли? Потому что видели чудеса, которые он творил над больными. И Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась Пасха. Очень важное такое включение. А он и есть эта Пасха. Да? Он через некоторое время принесет себя как пасхального агнца. И кроме того, он пастух доброй пасты, которому пришли эти овечки, и он, у него весь этот план еще из вечности в прошлом, как это все произойдет. 5 стих. Иисус возвел глаза и увидел, что множество народа идет к нему. То есть он разговаривал с учениками, потом посмотрел, множество народа идет к нему. Это часть наша, да,
церковь Greater Grace, мы с вами все время рядом с ним. И говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Хороший вопрос. Смотрите, что говорил это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Интересно. Иисус, множество народа, Он сотворил уже много чудес, исцелял больных, о Нем ходило много различных суждений, Мессия или нет. И эти суждения были как в народе, так и среди начальников народа. Ученики уже видели, что это Мессия. Но он такой человек. И по нашей привычке естественной, то, имея дело с Иисусом Христом, мы можем поступить как Филипп. Заняться подсчетами чего, что, кто там находится, сколько понадобится хлеба и прочее. То, о чем говорил пастор Нурлан. Детали жизни – это одна из уловок для нашей ветхой греховной природы по ее шести самым главным страстям плоти. Одна из них – это гордыня, другая – это страсть власти, третья – это чувственность, четвертая – это тяга к деньгам, пятая, шестая – это вот как раз многозадачность, много вещей, которые мы все время подсчитываем, взвешиваем. У каждого это происходит. Ну ладно, у нас дома это происходит, если. А здесь же Иисус рядом. Какая разница? Он же друг наш. Такой замечательный. Мы можем петь ему песни. Он же такой близкий. Мы просто берем и отгораживаем, убираем те свои проблемы. Мы хотим не жить в проблемах, а жить в Иисусе Христе. Андрей услышал этот разговор и говорит, один из его учеников, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Как здорово, очень хорошо. Наталья, как это, много или мало? 5 хлебов и 2 рыбки. Для Иисуса это достаточно. Давайте поаплодируем. Очень хорошо. А смотрите, что он дальше говорит. Но что это для такого множества? Опять то же самое. И у Филиппа множество людей. И у хороший шаг веры у Андрея и тоже множество людей. Начало хорошее в вере, да, пошел. Я принесу, что есть. Я не знаю, что там дальше будет, но я принесу к Иисусу. Но это же множество. Может быть, Филипп на него стал смотреть с укором. Я здесь все посчитал, а ты со своими хлебами лезешь. Сколько влияний происходит в этом мире, направленных на то, чтобы подорвать нашу веру. Сколько идет различных вещей, когда негативная информация пытается отвлечь наше внимание, в то время, когда Иисус рядом.
Давайте похлопаем. Иисус рядом, Он находится рядом с нами. И эта ситуация, которая там возникла, Он испытывал Филиппа. Какое это было испытание? Испытание заключалось в том, что Филипп должен был сказать: какой замечательный вопрос, Иисус. И у меня, главное, есть ответ. И этот ответ практически точный. Как пастор Алексей любит говорить. Надо, чтобы точно было. Да, и какая точность? Это ты, Господи. Ты человек, да, я вижу, что ты человек, но ты Господь. По Библии говорится о тебе, что ты придешь и сотворишь эти чудеса. С чего блудница в 7 главе Евангелия от Луки ворвалась в дом фарисея, и несмотря на косые взгляды, которые были на нее направлены, она подошла к Иисусу и стала умывать его ноги своими слезами, затем сломала алавастровый сосуд. Она была совершенно в другом царстве. Для нее Иисус был не путник с запыленной одеждой, прической, грязными ногами. Для нее он был Мессия, который единственный. Еще раз хочу сказать, чтобы вы восприняли это слово. Он единственный. У Отца нету другого выхода для нас. Для этой женщины, которая была вообще размазана по этой жизни, свои сложности, другие и так далее, для нее выходом был только лишь Мессия. И не обращая ни на что другое, она приходит и к Нему, и служит. И она плачет. От чего она плачет? От того, что она понимает, что по книге этой, 53 глава, книга Исаии, фарисеи знали, этот человек должен был знать, который пригласил Иисуса. А он стал говорить в душе своей, если бы он был пророк, то он бы знал, кто к нему прикасается. А он нужен всем. Вы знаете, есть некоторая опасность в нашей жизни – фамильярное отношение к тому же самому Иисусу, которого мы приняли. Послание к Колоссянам, 2 глава, 6 по 8 стихи. Вот как вы приняли Его, Он вам необходим был. Но вы еще и не знали, что это такое. Это вы его принимаете. Вот так же и ходите. Кроме того, он со своей стороны делает все, чтобы у нас было обновление восприятия его. Если пересчитывать динарии, рубли и так далее, все эти детали, счета, которые приходят там и прочее, банкротство, разрушенные семьи или еще что-либо, Это детали, которые уводят от Иисуса. А единственным целителем является целителем. И тот, кто будет все время с тобой идти, это Иисус. В Туркмении пришла одна дама в церковь в слезах. Ее муж, посол в европейской стране, и горе. Его, ну, в общем, семья разрушилась из-за того, что появилась женщина, которая стала не только его увела, но стала добивать жену для того, чтобы та его никогда не приняла бы к себе. Вот, и эта женщина в слезах, она ни во что не верит. Ей сказали: приди, проконсультируйся у пастора. И вот мы с ней разговариваем. Говорим: давайте будем молиться за него. Приходит через некоторое время, сияющая: муж вернулся.
Вот, здорово, очень хорошо. И не приходит больше. Потом в слезах снова. Ушел. Но говорю, давайте будем продолжать молиться. Муж вернулся. И так несколько раз. Представляете, насколько Христос нужен для каждого из нас. Потому что рядом находятся эти западни для нашей плоти. Это и гордыня, и власть, это и чувственность, это деньги, различные самопредставления, тяжелые о себе и прочее. Какое было у Филиппа представление, а также у Андрея? Мы недостаточны. Нам нужно что-то самим сделать, чтобы была достаточность. И пастор Шалер в своей проповеди привел, какая бы ситуация ни была в вашей жизни, сколько бы она ни требовала от вас безотлагательного участия, отставьте это и проведите всего некоторое время. И причем, когда вы проводите это некоторое время с Иисусом Христом, работает удивительное правило, даже два. Первое правило. Евангелие от Матфея, 5 глава, 2-3 стихи. Блаженные нищие духом. То есть люди, которые хотят быть зависимыми от Духа, от Иисуса Христа, от Отца Иисуса и Святого Духа. Дух ведет к Иисусу. Иисус нас любит и приводит очищенный, приготовленный, приводит к Святому Отцу. А так мы недостаточны. Сколько бы ни было у нас тех или иных средств или еще чего угодно, мы недостаточны. А в Иисусе все пропадает. Поэтому, когда, по-моему, это пастор Нурлан говорил, у меня такая была мысль интересная, она промелькнула. Евангелие от Иоанна. Представление о себе у Иоанна было, что его Господь любит. Почему у него такое представление было? Вам вопрос. Потому что он мог принять эту любовь. Я совсем глухой. Громче, громче. Потому что он мог принять. Хорошо. Давайте скажем так. Что? Он проводил свое время постоянно с Христом. Так, отлично, проводил свое время. Еще ближе стали, да? Дальше что? А что он проводил время-то с Христом? Потому что он любил. Потому что он любил. Кто он? Иоанн. Иоанн любил. Он менял свое мироощущение, мирозрение. Все менял. Он брал не то, что этот мир предлагает, а то, что Христос. Но еще ближе, еще ближе. Он откликался, выбирал... Чего он выбирал? Выбирал Христа. Как Христа он выбирал? Ну, смелее, смелее. Как вы выбираете Христа? Он слушал его слова. И для него эти слова были самым главным. Потому что это не только высота Мессии и Христа. Он не мог без этих слов жить. Иисус для него стал этим источником жизни через его слова. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Вот слова мои, суть, дух и жизнь. Послушайте, это здорово. Еще здоровее будет. Когда написано Евангелие от Иоанна? В 90-м году. Когда предыдущие были написаны? Но до 58 года все остальные были написаны.
А я имею в виду три Евангелия синоптических. А Иоанн не только при жизни Иисуса Христа ходил с ним, но также он воспринимал и то, что другие говорят об Иисусе Христе. Между распятием Иисуса Христа и 90-м годом прошло 60 лет. И завершается Евангелие от Иоанна за такой замечательной картиной. Иисус разговаривает с Петром и говорит о будущей славе, которую явит Петр по отношению к Иисусу. Что Петр прославит Иисуса распятием на кресте, так же, как и Иисус был распят. И теперь он сможет это сделать. Его туда, для этой славы, приведет Дух Святой. И Петр оглянулся и увидел, что за ними идет этот ученик, любимый ученик Иисуса Христа. А этот что? Он говорит, а ты о нем не беспокойся, ты следуй за мной, Петр. И тогда стало превратное, появилось слово и мышление, что Петр умрет, погибнет. А вот Иоанн никогда не умрет. И Иоанн объясняет, нет, это означало, что Иисус придет к нему. И вот этот старец, которому уже 90 лет, еще Иисус и не пришел. Но заканчивает свое Евангелие тем, что он идет с Иисусом Христом. Он в своих размышлениях, он ездил бы во все эти церкви, которые насадил апостол Павел. И для него Евангелие апостола Павла стало на таким открытием, потому что мы, апостол Павел, скорее всего, был казнен в 64-м году, а в 90-м году написано Евангелие от Иоанна. И когда вы читаете Евангелие от Иоанна, то вы видите близость этих духовных произведений. И все послания апостола Павла. Мы видим с вами вечную жизнь. Мы с вами открываем, как веру, Иисус говорит, верующий, смотрите, какие я есть путь и истина и жизнь. Какой путь? Верующий в меня, если умрет, то оживет. Здорово. Сегодня Инна пела песню, и это также часть памяти о моем сыне, о нашем сыне, а также и о Танечке, его супруге, и маленькой Лизоньке, которой было, по-моему, 9 месяцев. Они приехали, но мы просили, приезжайте к нам в Бишкек, покажите всей церкви себя. Они приехали, у нас хорошее время было, разговоры замечательные были. А затем они уехали, мы проводили их на автостанции, и переписывался я с ним по смс-кам. И вот последняя смс-ка, которую он прислал, я говорю, слушай, в следующий раз приезжайте и подольше останьтесь с нами. Ну что, всего лишь один день, у него были такие три мощные проповеди. Кстати, вы можете ознакомиться с его проповедями на блоге Димы. Итак, это последняя смс-ка была такая. Он ответил, что приезжайте подольше, останьтесь. Он сказал, пап, как я рад, что у меня такой отец. Это была последняя смс-ка и потом уже другое. Но интересно, следующее, когда я слушал полицейского, который сообщал, я дозвонился, и это было уже часа через 4, когда прекратились сигналы от него, и нашел то место по трассе Бишкек-Алмата, и мне сообщили, и тот, и второй, и третий, все погибли.
для нас это, с одной стороны, печаль, но посмотрите, мы веруем в того, кто дарит нам вечную жизнь. Как-то Диме, пастору Диме задали вопрос, а что вы думаете по поводу того, что, ну вот когда пастор Стивенс умрет, что будет? И ответ его был такой, а что будет? Он увидит того, в которого все время веровал и которого проповедовал. Наша вера, она отсюда и в вечность смотрит. Мы с вами являемся вечными людьми и следуем за Христом, как Он сказал. Причем, я вас убеждаю, больше, больше и больше читайте слова Иисуса Христа. Если Он сказал, что слова Мои – суть, а дух и жизнь, это для вас откровение. И потом, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, посмотрите, какое заявление чудесное. Он говорит, исследуйте Писание. Это он говорит тем людям, которые знакомы с Писанием, всем Ветхим Заветом. Исследуйте Писание. Вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Ну что еще можно сказать? Или же ты с ума сошел, или же ты лжец. Это у Джоша Макдаула в его книге «Не просто блудник». Или же ты, Господь Бог? Все Писание свидетельствует. А когда мы открываем послание апостола Павла, так же, как и Петра и Иоанна, то мы обнаруживаем, что еще до того, как Писание стал писать Моисей, уже было известно, что об этом плане спасения нашего. И этот план был, заклан был Агнец Божий. В 6 главе Евангелия от Иоанна Господь обучает нас великому уроку. И этот урок такой, что Он задает нам вопрос. Как сделать это? Как выйти из той или иной ситуации? И мы должны прийти к единственному ответу. Только Ты, Господи. Только Ты. Если этого не происходит, то у христиан тогда, но картина Иисуса Христа, она затушевана, и что-то другое нарисовано. Может быть, хорошие, добрые дела, может быть, благочестивая жизнь и так далее. Может быть, еще кто-то, может быть, пастор там стоит. Как, например, у нас в Great Grace было, когда за пастором Стивенсом шли, одни шли для того, чтобы возрастать, другие шли для того, чтобы приблизиться к нему и чтобы получить, может быть, какую-то должность. Такое всегда бывает. А суть заключается, когда мы с вами едим этот хлеб, его слово, то оно становится руководящим, управляющим. И Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Царствие Божьего и праведности Его. Посмотрите, как интересно. Праведность и Царство вместе. Почему? Потому что мы с вами через крест для входа в Его Царство были очищены. И в нас находится совершенно другой человек.
Это новый человек. Бог не дает нам протезы, как плоть пытается нам сказать, вот это сделай, это сделай. Не получилось, ты плохо, у тебя недостаточно, и так далее. Иисус говорит, да дайте мне вашу всю недостаточность. Это 1 Петра, 5 глава, 7 стих. Принесите ко мне, там говорит он, все ваши беды, заботы. Ну, а теперь посмотрите. А если не принесу? Если буду сам разбираться? Ответ в 8 стихе. Ибо ваш враг, противник, дьявол, рыщет и рычит на вас, желая поглотить вас. Вы знаете, в этом мире сейчас особенно много всякой информации. И можно сказать о какой-то информации, ну, она такая фантастическая или еще что-то такое. А я ее рассматриваю как правдивую. В том отношении, что в этом мире обязательно должна поступать информация от дьявола, которая будет смущать людей. Они будут находить какие-то находки, каменные вещи на дне океана, в других местах будут появляться всякие инопланетяне и так далее, для того, чтобы только увлечь и увести человека от единственного выхода, которым является Иисус Христос. Сколько попыток делается. А люди потом спорят, это неправильная информация, это вот правильно. Суть заключается в том, что а вы за кого Иисуса принимаете? За кого мы принимаем? И мы склоняемся перед Ним, как та женщина в 7 главе Евангелия от Луки. Есть только лишь один выход. 4 книга Царств, 4 глава, где говорится о маленьком сосуде с елеем. Приходит женщина к Елисею и говорит, что мне делать, Божий человек? У меня муж умер, а теперь взаимодавцы пришли, забирают в рабство моих двух сынов. И он говорит, что же мне для тебя сделать? Что у тебя дома есть? Да ничего нет. То же самое, как Филипп сказал. То же самое, как потом повторил и Андрей. Нет у нас, мы не в недостатке. А впрочем, у меня есть маленький флакончик с елеем, с маслом. Это что, ну и что? А вот это, возьми, иди к соседям, возьми, сколько сможешь, очень много разной посуды. А потом, когда это, представляете, картина, она ходит у всех, спрашивает, кто-то ванну предложил, что-то еще, она все это приносит к себе, закрывает дверь, и начинается чудо. Сыновья дают ей сосуды, а она льет и льет и льет масло. Мы с вами пьем и пьем Духа Святого, читая Библию, Его слова, и Дух Святой желает, чтобы Евангелие, чтобы послания в Библии были для нас на первом месте. А потом через это, когда мы уже совершенно четко приблизились к Иисусу Христу, мы читаем Ветхий Завет, Он сказал, что там написано обо мне. О Нем, Иисусе Христе. И мы читаем, и там видим, какую бы мы с вами ни открыли страницу, или же какой-либо эпизод, если мы читаем, то мы всегда видим Иисуса Христа. Кому-то это не нравится, а мы с удовольствием живем именно так. Все заботы возлагаем на Него. Всю жизнь Его применяем у себя. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за все, что происходит в нашей жизни, Господь. И мы знаем, что все содействует ко благу, ибо, применяя Твое Слово, мы
видим, Господи, как это все работает. Смотря, глядя на свою христианскую жизнь, мы можем посмотреть, какое большое, какая большая разница произошла, Господи. И это не нашими усилиями, а слушая Твое Слово. Слава Тебе! Благослови, Господь, те мысли, которые сегодня мы получили. Мы просим Тебя, Господь, укрепи нас в этой мысли. Единственный Иисус Христос, которому мы ведомы Духом и который нас приводит к Отцу. Также, может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Замечательное время. Вы можете принять его прямо сейчас. Скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Научи меня твоему слову. Приведи в живую церковь. Прославься, мой Бог. Спасай, помогай, прощай, Господи. Люби, благословляй, давай твою благодать. Давай желание, Господь, прощать других. Слава Тебе! Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Аминь. Спасибо. Давайте встанем.